Она узнала, что муж гомосексуал. Почему? Ну, потому что там, где нет духовной жизни, там всегда деградация. Понимаете, когда человек не занимается духовной практикой, то понимание любви очень примитивное. Любить же хочется, да? А люди, которые не занимаются духовной практикой, у них любовь, она только в одну сторону направлена, это в секс. Люди, которые не занимаются духовной практикой, они по-другому любовь вообще не принимают, не воспринимают. Любовь — это только секс и все. А любовь должна постоянно развиваться, она не может стоять на месте. И когда человек с женщиной сексом позанимался, много, это уже мало. Ему уже неинтересно, ему надо по-другому как-то женщиной сексом заниматься. Извращенный секс начинается. Когда женщина извращенным сексом позанимался, уже что-то не то. Может, с мужчиной попробовать? Понимаете, когда человек не понимает, что такое любовь, он начинает искать новые способы сексуального наслаждения. И постепенно деградирует в этом вопросе. Чем более извращенный секс, тем больше он засасывает. Вот когда человек начинает сексом заниматься и издеваться над женщиной, это называется садизм. Если у него получилось женщиной с какой-то так заниматься сексом, и она привыкла к этому, то он уже не сможет по-другому сексом заниматься. Это засасывает. Чем грубее секс, тем он больше привлекателен. Потому что секс — это насилие над человеком. Это допустимое насилие. Оно дает возможность зачинать детей. Допустимое. Это животные чувства, понимаете? Животные, не человеческие. Но это необходимо для того, чтобы рождались дети. Секс также необходим для того, чтобы снимать напряжение. Если человек духовной практикой не занимается, то у него психическая энергия опускается вниз. Когда она опускается вниз, она увеличивает жажду вкусной пищи и жажду секса. Всегда, когда энергия опускается вниз, любви, энергия любви опускается вниз, она увеличивает жажду вкусной пищи и секса, и комфорта. Человек очень сильно начинает привязываться к этим вещам. Когда духовная энергия поднимается вверх, он остывает к этим вещам. Он не сильно привязан к пище, к сексу, и больше думает о Боге, об отношениях, о работе над собой. Его жизнь становится легче и счастливее в этом случае. Но когда человек очень сильно привязан к сексу, он не работает над собой, то его секс постепенно начинает извращаться. Его уже не удовлетворяет такой секс, как был раньше. Ему нужно больше, разнообразнее и так далее. Но это всего лишь только одно объяснение этого вопроса. Есть еще другое объяснение. Когда человек не работает над собой долго, то у женщины в этом случае начинают развиваться мужские качества характера, а у мужчины женские. А если человек в следующей жизни уже рождается, не работая над собой, то у него появляются уже наклонности к своему полу, а не к противоположному. Так женщина, которая привязана была, как мужчина себя вела, она в следующей жизни рождается мужчиной, который очень по-женски настроен. И он находит себе мужчину. Гомосексуализм — это всего лишь этап деградации человечества. Это этап деградации человечества. Когда человек начинает работать над собой, то первое, что происходит, он сначала, его черты характера начинают соответствовать полу. Допустим, мужчина, как женщина себя ведет, он когда начинает работать над собой, он становится мужественным. Это первое, что происходит. А потом у него меняется половая ориентация. Поэтому, если у вас муж, допустим, склонен к гомосексуализму, это всего лишь признак его духовной недоразвитости и все.
Это означает, что он просто не работал над собой никогда. Он начнет работать над собой, и у него постепенно это все уйдет из жизни. У меня есть один гомосексуалист знакомый, который начал слушать лекции, и он сначала рассказывал мне, что у него больше мужественности в характере появляется, а потом постепенно он ушел от таких отношений и женился, в конце концов. Это результат правильного поведения, правильной работы над собой. Вот и все. Не надо гомосексуализм воспринимать как норму, и не надо гомосексуализм воспринимать как мерзость. Надо воспринимать его как болезнь и заботиться об этих людях, давая им духовное знание. Это просто невозможность человека жить правильной жизнью. Невозможность. Не желание, а невозможность. Любить же надо. А если любится мужчине, если любится мужчина, что ему делать остается? Понимаете? Поэтому нужно состраданием к таким людям относиться. Они получают внутренние силы, правильные отношения строят в половом плане. И также не нужно думать, что это норма, потому что сейчас в Европе это очень распространено. Давайте признаем, что это хорошо. Признать возможность этих людей так жить – это нормально. Но признать, что это хорошо – это безумие. И при этом я не... как этих людей называют, гомофоб, да? То есть против, я против. Я против безнравственности. Безнравственности. Против этого. Когда секс становится основой жизни. Ты гомосексуалист или гетеросексуалист, думай о Боге. И у тебя все в жизни станет как надо, наладится. Больной ты человек или здоровый, не имеет значения. Есть болезни разума, а есть болезни ума, тела и так далее. С разными типами заболеваний. Живя в Италии, как здороваться, если все целуются и обнимаются? В Италии есть разные слои людей. В Италии один слой невежественный. Там не целуются, обнимаются, там пиф-паф. У бандита, инстрита, у биванта, инстрилянта, ну и убита. Пистолета, то и это. Держит банка, миллионы и приванта на закон. Все переводит? Простите меня, это уже слишком сильный подход, непереводимый. Итальянцы в невежестве – это мафия. Итальянцы в страсти – это, как же везде, светское общество. Означает, обнимаемся, целуемся между собой в перемешку. Одежды у женщин меньше, чем положено. И так далее. Это просто светское общество. Но есть верующие люди в Италии. У них другие законы и правила отношений. Я об этом знаю, потому что у меня есть итальянцы, друзья из среды благостных людей. У них совсем другие правила отношений. Они очень культурные и правильно себя ведут друг с другом. Поменяйте сферу своих отношений. Развивайтесь как личность. Пытайтесь развиться. И вы увидите других людей, которые по-другому себя ведут. Пойдите, найдите себе другое окружение. Поэтому ответ на этот вопрос. Если вы думаете, что таких людей нет, то это неправда.
У меня есть несколько знакомых из Италии, которые по-другому совершенно сидят.